Мгновение в каждом кадре. В Усть-Нере Амиконского района открылась необычная фотовыставка. Главными героями представленных работ являются якутяне. Каждый из посетителей смог взглянуть на природу республики с нового ракурса. Светлана Поцелуева продолжит. Выставки фоторабот всегда собирают аудиторию. Поэтому в сельский дом культуры этим утром пришло немало людей. Состоялась презентация персональной фотовыставки народного депутата Элтумен Ивана Михайловича Андросова. Сегодня мы видим прекрасные фотографии, сделанные моим коллегой и другом Иваном Андросовым, который никогда не расстается с фотоаппаратом. И его пейзажи древней земли Аланхо остаются в памяти каждого увидевшего их. Фотографии действительно поражают и радуют. Сколько терпения потребовалось, чтобы снять, к примеру, эту стрекозу. Словно окунувшись в аймеконское лето, стоишь ты у экспозиции. Прекрасные работы. Мне понравился портрет. Схвачены черты настоящего северянина. Фотохудожник находит лучшие моменты, которые мы порой просто не замечаем. Валентин Михайлович призвал всех беречь хрупкую природу Севера и сказал много теплых слов в адрес автора фоторабот, дающего всем возможность увидеть природу так близко. Все мы знаем и понимаем, что не должны загрязнять природу, но без ужесточения закона сложно что-то изменить. Выставка состоялась. Богатая природа Амиконья, запечатленная автором фоторабот, порадовала своей неброской красотой всех собравшихся.